Привет, друзья! Значит, цена на прицел и конус начинается от 3800 рублей всего лишь. Но это, конечно, самые простые версии. Но, конечно, самые популярные охотничьи версии, они где-то начинаются от 21 тысячи рублей. И давайте мы с вами договоримся, что сегодня все цены я буду называть, основываясь на цене на загонный прицел. Загонный прицел – это тот прицел, который, понятно из названия, идет в загон. И, как правило, такие прицелы имеют очень низкую кратность. Скажем, там от 1 там, до 5, от 1 до 4, от 1 до 8 на самых крутых прицелах. И вот мы будем давать ориентироваться на эту цену, потому что, как правило, это вот как раз входной уровень в ценовой мир высоких классных прицелов. Значит, прицелы Конус держат абсолютно точно отдачу самых жестких, самых ужасных калибров. Мы на 416 даже его ставили, Remington Magnum. Его ставят на пружинно-поршневую пневматику. Они выдержат абсолютно точно все вот эти сложные, кусачие, злые калибры. Ну и плюс картинка. Потому что почему наши ребята пришли к нам с предложением, что давайте начнем с ней работать. Они нам сказали, что мы заглядываем в прицел, который стоит копейки совершенно по нашим представлениям, людей, привыкшим там, к 300-тысячным прицелам, и мы реально понимаем, что это достойная картинка, и такой прицел нам предлагать людям будет не стыдно. Вот. И картинка, она, да, она действительно, конечно, соответствует тому уровню, который наша компания считает для себя приемлемым. Теперь мы сразу сделаем дальше очень-очень сильно большой шаг и уже перейдем к прицелам прямо там на порядке подороже, потому что на этом наше предложение по недорогой оптике кончается. Самый дорогой прицел Конус, насколько я помню, стоит до 50 тысяч рублей. Их огромный ассортимент, с ним можно ознакомиться у нас на сайте, доставка у нас по всей России, пожалуйста, можно в любом городе нашей страны этот прицел приобрести. Значит, следующая марка прицелов, которая есть у нас в ассортименте, это прицелы Калис. Прицелы Калис наиболее всего, наверное, известны среди спортсменов, потому что мы с вами помним, что Калис это вот всегда была такая марка, которая специализировалась в том числе и на спортивной стрельбе. И в России она как раз как спортивная больше всего и известна. Компания Калис принадлежит компании Swarovski Optic, и вот недавно произошло полное уже окончательное, официально объявленное поглощение компании Swarovski компании Калис. И компания Swarovski приняла для себя такое решение, что это будут абсолютно две независимые компании. Swarovski отдельно, Калис отдельно. Никакие инженеры там одинаковые, которые и на том заводе, и на другом. Нет, такого не будет. Общая будет sales-команда, то есть команда продавцов. Ну, потому что понятно, что Калис и Swarovski вы будете продавать в одни и те же абсолютно магазины. Потому что примерно одни и те же магазины ими торгуют. Цена на Swarovski на сегодня, на июнь 2021 года, на загонник, опять же, начинается с цены 144 тысячи рублей. Значит, прицелы Калис охотничьи. Они у нас имеют шаг зума от 1 до 5. То есть минимально, это я сейчас говорю про загонник, опять же, но вы потом аппроксимируете на все остальные кратности, какие могут быть. То есть что значит от 1 до 5? Это значит, что у вас минимальное увеличение, которое вы можете увидеть свой прицел, это 1, то есть с сохранением размера. И 5 это максимально, во сколько раз вы можете увеличить размер вашей цели. Начинающие охотники, которые еще не ходили никуда, они часто задают вопрос, вообще зачем нужна эта кратность 1, зачем она тогда нам требуется. Ну, понятно, что на загонных охотах у вас зверь зачастую выскакивает перед вами на не очень большом расстоянии, вам очень важно иметь у себя в прицеле максимально широкое поле зрения. Что такое поле зрения? Это тот кусочек местности, который вы видите в свой прицел. Чем оно шире, тем лучше. При этом давайте обратим внимание, что когда мы говорим про любой из показателей, это касается ружей, это касается прицелов, биноклей и так далее, вытянуть какой-то один показатель на великолепный может практически любая фирма. То есть сделать, забабахать грандиозное какое-нибудь поле зрения тоже в состоянии и не такие именитые фирмы, как, например, Калис или Swarovski, или Zeiss, или Blazer, и куда менее хорошие фирмы, чем они, чем эти гранды. Но вам при этом очень важно не потерять все остальные показатели. Почему вот эти дорогие прицелы так дорого стоят? Именно потому, что компании умеют совмещать в одном приборе очень много вот этих вот факторов. И эти факторы один не забивают другой. А как правило, по-другому не бывает, диалектика работает даже тут. Выиграл в чем-то одном, тут же где-то подтягивается хвостик, что ты ухудшил что-то в другом показателе. И вот этот вот баланс, его очень важно соблюсти, и очень важно понять, что охотнику нужнее, какой из показателей. В общем, чудес не бывает. Поэтому тут вот как раз Калис
Да, любой прицел из тех, про которые мы сегодня будем говорить, он дает максимально широкое зрение именно на вот это вот кратности единичка. Да? Ну, чем ближе вы приближаетесь, тем, понятное дело, сужается и сужается вот этот ваш кусочек местности. Кратность делают переменную, потому что именно на разных типах охоты, на разной дальности стрельбы вашей вам потребуется та или иная кратность. Она всегда меняется очень удобным, очень быстрым движением. Вот. И вот такой прицел, повторюсь, Калес будет стоить 144 000 рублей. Продолжение смотрите в третьей части.